Друзья, всем привет! Сегодня у меня выходной на работе. Я решил заняться перепелками, перебрать молодых перепелок. Тут около 60 штук, ну, в районе 60. И сейчас надо рассортировать, посчитать, сколько самочек, сколько самцов. Ну и покажу вам, как отличить самочку от самца. Потому что самцов, я так понимаю, очень много. Вот он сразу самец. Мы их сейчас садим пока отдельно, потом будем уже по количеству самок распределять самцов. Так, раз самец. Два самец. Вот, у самцов вот такая вот шишечка. Вот, если на нее надавить, то пойдет пенка. Вот так вот. Вон, видите, пенка пошла. Это самцы. Потом покажу самочки. Как выглядят. Два самца. Третий самец. Вот видно, да? Четыре. Тут самочка вроде бы. Нет, тоже самец. Пять. Вот самочка. Вот у нее никаких шишек, ничего нету. Вот так вот у нее выглядит все. Эта самочка, ее садим отдельно. Это опять самец. Тоже самец. 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 Девять. Самочка. Вторая. Десять самцов. Самочка. Самец. 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 Еще один самец. Вот самочка. Самец. 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 Самочка. Самочка. Самец. Самочка. Самец. Самочка. И еще один самец. Обалдеть, можно? Так.
персиковый тип. Вот это у меня две клетки молодых и одна клетка старых. Так вот, самец. Самочка. 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 Самец. Это что у нас? Самец. Что это самец? Самец. Еще самец. Ну, самочка вся заклеванная, всю ободрали, блин. Самочка, самочка, самочка. Вот это у нас самочки. Самец. 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 Еще самец. Еще самец. Тоже самец. Еще самец. Тоже самец. Самочка. Самец. Крупная самочка. Самочки, они покрупнее. Самцы крупные практически не бывают. Но они все равно меньше самочек. Самец. Самочка. Самочка. Еще одна самочка. Так, самец. Не улетай, не улетай. Вернись. Маленький самец. Самочка. Да, самочка покрупнее, самочка. Вот. Вот так вот получилось у нас. Сейчас будем считать, сколько всего самочек у нас вышло. Так, раз, два. Так. Раз, два. Три. Четыре. Семь,
18 самочек. Вот, 18 самочек. Так, теперь им надо самцов хороших выбрать. Так. Вообще мелкий самец. Вот. Так, где они у нас? Так, самцов не пускают. Это раз. Так, вот этот вот крупный самец, и вот сюда вот один. Два. Так, ну что, мы на 18 самок по 3 самца на самку, это получается 18 на 3, 6 самцов надо. Так, два посадили. Это вот так. Три. Это будет три. Четыре. Побольше посадить. Так, 7 8 8 самцов, короче. 8 8 8. Так, ёлки-палки, остальных-то что, куда девать, а? Так, вот я пересадил с этой клетки сюда. У меня получилось 18 самок и 8 самцов здесь. Теперь у меня здесь старые самочки. Они у меня без самцов живут, чисто пока на яйцо держут. Но самцов много, сейчас надо их поделить на всех самочек. Сейчас мы поделим вот этих вот самочек. Посчитаем, сколько их тут. Раз. Два. Четыре. Пять, шесть. Семь. Восемь. Пока сюда отсадили, сейчас я посчитаю, сколько там вверху самочек. Так, ну вот, в этих клетках получилось у меня по 14 штук, получается 28 самочек.
Вот теперь этих самцов, которые крупные, мы будем размещать по самкам, которые мелкие, мы их будем отдельно садить. Так вот, там было 8, так. Так, раз. Два. Пока шесть туда хватит. Ну как бы уже вполне. Ну, куда их самцов девать, все равно куда-то надо. Так, ну вот, 2 крупных, 6. Так, это будет 7-8. Туда еще подсадим маленько. Так, и здесь будет 10 у нас. 10 самцов. Так, ну все, остальных самцов отдельно будем садить, посчитаем. Так, тут у нас 2 по 8, 16, и тут 10, 26. Так, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Так, 12. Закидываем 13. Не люблю это число. Так, на этого закинем 11. Вот сюда вот. Думаю, много не будет. Так, теперь считаем. 16 и 11. 27. И тут у нас, ё-моё, сбился со счёты. Ну и вот, друзья, что у нас получилось. Короче, 13 и 13 это самочек, короче, получается взрослых, 18 молодых
И вот самцы 8 плюс 8 16, 11 27, 39. 18 на 39, короче. 18 самочек, 39 самцов, короче. Вот это такое соотношение вывода у меня. 18 самочек, 39 самцов. Так что смотрите, если интересно, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Всем пока.